Всем привет с Вьетнама, с вами Юля. Сегодня ко мне пришли в гости, которые проживали город Вологда. Сегодня пришли ко мне в кафе пить кофе, болтают. Пойдемте познакомимся, посмотрим. Обсуждают. Что нравится в России кушать, кому салат, кому хлеб, все любят и любят Россию. Очень нравится кушать суп русский, салат оливье, хлеб черный, все помнят и любят. Это у меня подруга из Ханоя, она разговаривает по-русски. Всем привет. Этот друг мой тоже разговаривает по-русски. Стесняешься? Очень много кто разговаривает по-русски. Город Винь. И в Ханое, и везде по Вьетнаму. Больше, чем на английский язык, знают русский. Таня. По-русски зовут Таня. Таня, что тебе нравится кушать в России? Комната 66 общежитий. А город какой? Дом 19 и 17. Миссия. Тайфунау. Вологда. Вологда общежитие, наше общежитие. А улица? Улица Илюшина. Улица Илюшина. Рабочая работа 22. Подшипниковый завод, я поняла. Подшипниковый завод работали. 23. 23 это чего? Завод номер 23, подшипниковый завод. Все понятно. Кто чего любит кушать в России, кто помнит? Салат. Салат. Банни, да? Помидор. Банни дэн, это хлеб, черный хлеб. Черный, а, да, масло. Ой, масло, да. Нам очень не хватает масла и хлеба черного во Вьетнаме. Ну, это потом. Это в России, в Вьетнаме. Вот у нас... куклы, матрешки у нас продаются. Все у нас в России. А? Моя семья. Моя семья. Мой дом, мой дом. Да, мое кафе. Моя семья. Там мы. А, смотри, давай покажи. Это свадьба в Вологде, да? Да. 30 лет назад свадьба была в Вологде. А муж где? А, вон муж, вон да? Вот это муж, они вместе работали и жили в Вологде. Зачем любовь? Ну, Ленин. Все понятно. Кто помнит, посмотрите на фотографию. Это Вологда, да? Город Вологда. А, это любовь в городе Вологде была. А муж потом. Муж во Вьетнаме. А это любовь, да?
Три года. А, потом, все, поняла, это муж, это вот, напротив сидит. Все, запутали меня. Поняла. Вот так мы проводим время во Вьетнаме. Очень весело. Да, очень весело. Вспоминаем Россию. Вспоминаем Россию. Не хватает нам русских продуктов. Да? Кушать охота колбасу, да? Колбаса русские вкусные. И хлеб, и масло. Ой, не хватает. Мне нравится черный хлеб. Черный хлеб. А кто кушает селедка, кушает? Та Астрахань, да? Да. Рыба, рыба Астрахань, вобла. Вобла. Сметану. И сметану, точно. Точно, то есть сметану, очень любят сметану. Да, сметану, молоко, сметана. Да, потому что во Вьетнаме молочных продуктов не хватает. У нас мало здесь молочных продуктов. Любят сметану, рыбу, астраханскую рыбу, воблу пьют с пивом очень. Любят, да? Да. Вот так вот. Рассказала чуть-чуть. А, холодный суп – это окрошка, да? Окрошка. Любят окрошку и салат очень, Оливье, помнят. Всем пока-пока, с вами Юля с Вьетнама. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.